Скажите, пожалуйста, а вы не заметили такую особенность в нашем городе, как на остановках такие красные будки? Железные, прямоугольные. Да, заметил. Да. Как вы думаете, что это? Ваше личное предположение. Что это может быть? Красные будки? Да. Наверное, там газеты продают. Лучше бы там продавали газеты. А это позвонишки будки. Позвонишки будки. Как вы думаете, они украшают наш город? Нет. Не лучше было современные такие стеклянные будки, если будут. Скажите Вадиму Ивановичу, знаете Мерикова, Миндасишу? Да. Скажите Вадиму Ивановичу, что это очень некрасиво, надо с ними что-то делать. Потом обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам.